Сегодня мы приехали в школу Хапкидо в центре единоборств Демида Мамода. Вот мне дают уже такой меч шуточный, да, сейчас мы будем играть пятнашки. Мы изучали приемы, очень активно размялись, получили очень хорошую нагрузку. Сейчас вы все это увидите. Конечно. Так он тоже чемпион Европы по хапкидо. Это новенькие ребята, сразу видно. Но около месяца тренируюсь, но уже какой-то навык. А здесь и руки, и ноги? И руки, и ноги. Ну, локти, колени, как муай-тай. Ноги, как тэквондо. Муай-тай? Да. Ну, единоборство тайское. Ага. Муай-тай. Все, тачку берем. Вот, потому что все приемы, заломы, захвата, как... Ну, болевые, болевые. Нет, самбо-броски у нас тоже есть, только самбо. У нас синтез единоборств. У нас есть все. И приемы, и заломы захваты, и удушающие, и партер, и работа с оружием, против оружия. Ты тоже тренируешься против оружия, тоже тренируешься? Конечно, против ножа, против пистолета, с короткой палкой. Против пистолета разве можно что-то сделать? Ну, если только позволяет дистанцию, конечно. Сколько минимально должно быть? Чтобы, может, хотя бы год-то надо отучиться. Не, я говорю, сколько минимальная дистанция, да, там, для пистолета, ну, чтобы... Ну, как сами думаете? Ну, если я вот так поставлю, ну, наверное, я могу что-то сделать, да. Куда пошел? Обратно другой. Вот, 10 раз накатиться. Тебе подожди пока. Сейчас ножки ближе к себе. Все между. Сейчас руками тянемся вперед. Давай, пошел тихонечко. Только не порви, парни. Давай, наклон под выдох, наклон под выдох. Ну вот, закостенелый такой. Смотри. А как же копчик растянуть? Ладно, локтями добавим. Сейчас мы еще разомнемся, все подводящее. Конечно. А потом будем. Приходили ваши ученики, благодарили вас, спасибо, что научили, там спасло жизнь. Ну, спасало, да, мне помогало, конечно. Были какие-то конкретики? Ну, сейчас не вспомнить, но многие ребята. Давайте с этого самого, да, коленочка пошла. Все дело в том, что навыки, которые здесь, они очень сильно помогают. Чувствую партнера. Потом, если иду какое-то там при падении, умеешь группироваться, это на самом деле очень дорого стоит. Погода у нас, сами знаете, не очень чувствую. И не на локоть упасть, а страховаться, в бороду, кажется, головой не биться. Сейчас все увидите. Выдох, подвижу. Прямой круговой. Прямой кинь. Немножко обводим. Да, немножко, да, да, обводим, да, либо поддаем. Прямой. Прямой круговой. Больше сбоку. Прямой снизу. Все хорошо. Не валяйся, нельзя валяться. Прямой, прямой. Прямой круговой. Вернулись, да. Спасибо. Делаем по 6 вязочек. Один пристрелочный, 5 четко. 5 четко! Сейчас мне надо настроить систему. Настроить систему. Раз, два. Это первый. Первый, да? А это сюда. Раз, два. Раз, два. Спереди. Раз, спереди. Едрит, смотри. Какая нога впереди? Дай рука впереди. Спереди начинаем.
Раз, два. Круговой зерк. Не пускайте руки, Баран Петрович. Локоть, локоть, захват ставлю, колено. А вот эти картинки, они специальные, какие-то со смыслом? Это, конечно, ну, давайте представим. Готово? Представим, что мы в Японии, да, вот это, например, дом пагоды, да? Так. Здесь пагода. Так. А мы на поляне тренируемся. Витражи, витражи, которые так создают настроение. Тигры, самураи, драконы. Плюс еще система аттестации вот там вот у нас. Так. Да, для мастерства. И еще стилизированный потолок. Очень красиво. Зал, на самом деле, профессиональный. Зал хороший. Так что это система, которая работает. Здесь тхэквондо, хопкидо, еще есть карате. Карате вот в этой школе. Поэтому тут три направления основных. А давно уже занимаетесь здесь? С 90-го года. С 90-го года, да? Да. Тут очень школа древняя. Мы самые такие ранние. Еще в СССР. На самом здании 45 лет. А, захват. Сейчас, давай. Видишь, я хуже запоминаю. Ногу надо поставить ногу. Не голова, а в голове. А. Понял. Два раза поставить. Ну, чуть длиннее, блядь. Все. Все, отводишь руку. Раз. Шагом вращаешься, удар тихо. Вращай. Теперь вращайся и выбивай ногу. Какую? Ту? Которую ту. А в ту сторону вращаться? К себе поворачивайся. Ну, как задняя подножка, роняй. А теперь вниз пол. До него. Да, перехватывай, захватывай. Ну, чтобы... Там достаточно будет вот этого движения. Как будто спадение. Да, все. Надо было сделать движение. Раз, два, удар. А потом сразу же. Вернее. Сейчас я полечу вниз. Нет, спокойно, мы закрываем. Не ногой потихай. Это вот у нас после уже приема. Друга роняем. Самое вот пошел сок из хопкидо. Все до этого вот так, подготовка. Перед этой ногой надо? Все, сдаюсь. Ну, черный поезд мне не светит, но вроде поражение. Давай скажи. Всегда мечтал, чтобы меня девушка бросила. И вместо зеленой футболки будет желтая майка лидера. Да, впрочем, я как будто бы это самое. Вот я нападаю, да? И все. Видишь, он так вцепился, ему понравилось. Это меня сейчас бросило чемпионкой рук по хопкиду, чтобы не думали. Смотрите, дай кукру. Освобождение. Первое движение шагаем и немножечко перехват. Да. И здесь я додавлю. Сразу же давишь на... Можно освободить выкручиванием. Да, потом там удар, бросок. А можно сразу. Мы берем и сразу же вот сюда вот. Ага. Да? А, может просто взять вот так стоит. И тогда я упаду. Да, показатель мне там. Сегодня мы за час узнали, что такое хопкидо на собственном опыте. Видите, я задыхаю чуть-чуть с непривычки. Вот, но те, кто сегодня тренировался со мной, они еще вполне живчики и готовы бегать еще не один час. Хопкидо – это очень интересно, весело.
и главное, очень полезно в жизни. Приходите, и вы сами в этом убедитесь.